Друзья, всем привет! В эфире Time Club. Сегодня мы с вами поговорим о настройке, а конкретно о корректировке даты, о том, как это сделать быстро и нудно не вращать стрелочками. Ну, во-первых, вы должны быть уверены в том, что у вас сейчас здесь установлено время до или после полудня. То есть, либо это у нас 5 часов вечера, либо это 5 часов утра. Но этот момент мы опускаем, считаем, что здесь у нас 5 часов вечера и показываем. Значит, сейчас я сниму перчатку, чтобы вам было виднее. Заводная головка имеет три положения. Закрытое, открытое второе положение и открытое полностью третье положение. Во втором положении вы переставляете дату, а в третьем вы корректируете время. То есть берем, легонько приоткрываем совсем чуть-чуть до первого щелчка. Вы видите, что время у нас все еще идет, но дата уже корректируется. Все, вот так вы передвигаете диск даты быстро, не останавливая свои часы. Ну и, естественно, третье положение. Это у нас вы переставляете время. Все, все очень просто. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал.